привет! Это гороскопы. Я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Ваши способности в этот день раскроются с новой силой. Телец. Хороший день для того, чтобы самостоятельно создавать благоприятные ситуации. Близнецы. День будет сложным с эмоциональной точки зрения, вы потеряете много энергии. Рак. Если вы сможете в этот день преодолеть свою склонность к безделью, то день пройдет хорошо. Лев. Опасайтесь в этот день брать что-то в долг. Дева. Опасайтесь тех людей, которые раньше уже плели интриги против вас. Весы. Поберегитесь и не откровенничайте даже с самыми близкими с вами друзьями. Скорпион. В этот день вы явно останетесь в проигрыше, поэтому просто смиритесь с этим. Стрелец. Что-то, что откроется в ваших личных отношениях, сделает вас счастливым на долгое время. Козерог. В этот день, возможно, вы отправитесь в дальнее долгожданное путешествие. Водолей. День будет затянутым и даже немного скучноватым, но зато на следующий день все изменится. Рыбы. Вы будете верны себе и, как всегда, крайне успешны. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи.